страшно. Что страшнее уже того, что происходит, может быть. Ничего не страшно никогда. Не знаю, что такое страшно. Потому что я считаю, это моя страна, моя родина, понимаете? Почему я не могу что-то сказать или сделать мирно, без оружия? Все что угодно. К сожалению, мы не все работы смогли выставить здесь публично, потому что нынешние законы таковы, что мы вынуждены с ними считаться, и мы не могли подвергнуть риску Елену Андреевну, да и Яблоко, потому что некоторые работы пронзительные, совершенно точные по сути, но там есть слова, за которые можно заплатить штраф, а в худшем случае... что именно вот эти события, они рождают творчество, понимаете, какая-то появляется необыкновенная энергия, да, когда люди переживают это все. Такие мероприятия вселяют надежду в какое-то светлое будущее, потому что нас на самом деле, людей наших взглядов много, и нам необходимо быть рядом друг с другом, знать друг друга, ценить, любить и готовиться.